В Новый Уренгой вернулись бронзовые призеры клубного чемпионата мира. Поздравить «Факел» с таким результатом поспешили юные фанаты. Дети встретили спортсменов возле гостиницы с хлопушками, дымовыми шашками, а самое главное – с огромной гордостью за своих кумиров. Для нас вы победители. Для юных спортсменов вы достойный пример для подражания. Мы желаем вам покорения новых вершин. Очень скоро волейболисты будут готовиться к домашней игре. Она состоится уже в среду, 5 декабря. А сейчас, после трудной серии игр и перелета, команду ждет короткий отдых и общение с болельщиками. Я очень рад, потому что первый раз выходит на такой высокий уровень. Занимаю 3-е место у сильных профессиональных команд. Это очень важно для них, ну и для всех болельщиков. Прекрасное соревнование, которое, так скажем, раскрывает новые таланты и проверяет на прочность старых, проверенных игроков, что они могут. И все команды довольно тяжелые, поэтому это очень тяжелый и интересный турнир. Но спортивный сезон для команды и для болельщиков продолжается. Только в декабре на чемпионате России «Факел» сыграет с 5 клубами из разных городов. На домашней площадке арктический клуб сразится с «Зенитом Казань» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. И фанаты обещают своим кумирам самую горячую поддержку. Алексей Сухарев, Владислав Загорский, телерадиокомпания «Сигма».